Министерство культуры Коми в полном объеме выполнило в уходящем году работы в рамках нацпроекта «Культура». Республика достойно провела вторые Дельфийские молодежные игры. Приобретены два автоклуба, завершается строительство долгожданного социально-культурного центра в селе Пажга. Там будут располагаться музыкальная школа и библиотека. Министр культуры Гульнара Идрисова поблагодарила коллектив ведомства и руководство всех подведомственных учреждений за слаженную и активную работу. Отдельно выразила признательность главе Коми за оказанное доверие. Именно по поручению Владимира Уйба Гульнара Идрисова приняла решение переехать из Вуктыла в Сыктывкар. Когда я пришла, меня очень порадовало. Это очень сплоченный коллектив высокопрофессиональных сотрудников. И на сегодняшний день, к итогу года, они подходят с реализацией всех планов, которые перед собой поставили. У нас проект «Культура» выполнен на 100%. А показатели по посещаемости превышены установленных планов. И это не может не радовать. В этом году талантливые молодые актеры получат правительственную премию. Ее учредили впервые в республике. Уже отобраны 30 актеров, которые до конца года получат по 36 тысяч рублей. К слову, федеральное финансирование по линии культуры на следующий год увеличено вдвое. Республика получит 239 миллионов рублей. Половина средств впадет на ремонт домов культуры в Айкино, Выжимском и Карткеросском районах. Проектно-сметная документация уже готова.